В ремонте велосипед Stinger Warrior. Огромный, тяжеленный двухподвес для маленькой девочки, которая будет на нем кататься где-то в деревне. Посмотрите, какая мощная подвеска. Он очень тяжелый. Я не знаю, больше 20 килограмм он точно весит. Вилка, мне кажется, мотоциклетная. То есть диаметр ног тут больше 40 миллиметров. И штаны просто толстенные. Огромные усилители дропаутов. Непонятно, что за велосипед, для чего он таким образом сделан, потому что тормоза ободные, тормоза очень слабые, они очень сильно люфтят, здесь пластмассовое основание, огромная шоссейная 48-я звезда впереди, то есть производитель вообще не думал, когда этот велосипед производил где-то на заводе, пластиковые ручки, которые могут от нагрузки просто сломаться. Не знаю, что мы с ним будем делать, пока на данный момент у нас здесь пробита передняя камера. Будем ее менять. И, наверное, будем менять заднюю камеру. Потому что она тоже тут спускает. Покрышки сопревшие, конечно, но менять мы их не будем, потому что будет девочка кататься. Клиент считает, что это нормально. Попробуем настроить передачи и тормоза. Не знаю, получится, не получится. Вот такая вот мощная техника. Даже с усилением вот здесь, вот еще дополнительным, как будто вот эта труба может сломаться. Сейчас соберем, может быть, покажу, может быть, нет, результат работы. Хотя тут, в принципе, и так он уже виден. Закончили работу с велосипедом. Я беру свои слова обратно. Он очень легко едет. Он едет прям вообще легко, динамично. Правда, передачу я поставил самую маленькую звезду спереди. И вот где-то примерно серединку сзади. Смазал переключатель, он работает. Смазал цепь, настроил тормоза. Даже вилка работает, несмотря на то, что она покрашена. Я думал, это имитация приваренная. Она на самом деле даже ходит на пару сантиметров. Смотрите, какой диаметр ноги огромный. В общем, на самом деле прикольный велик. Вот из такого бы делалось электричку. Мне кажется, можно было бы плавненько гонять. Очень высоко закреплен маятник. И у него очень большой ход. Из-за этого прям достигается очень хорошая такая мягкая плавность хода. Интересный велосипед. Страшненький, но прикольненький.